В рамках инвестиционной программы строительная фирма «СТ Мюк» приступила ко второму этапу строительства водовода «Уанацхинвал». По проекту предусматривается капитальный ремонт водозаборного сооружения. Объект разделен на три участка. Проводится работа по реконструкции дренажной системы. Алла площадка Эльдерзе, километры Гетцелфельдер, префорированный труба, то есть... Хончета трупа тази, самай жахабен седони, седонен бърткана. Осе ерта бъдаре дренажни системи, там бъл канзеште магистрални труба проведме, колекторме. От дегайта, вене ваната фарон се ваната шарештам, ще призма се трубата хатала. В республику неоднократно приглашались российские гидрологи, которые обследовали местность вокруг водозабора. Общий приток воды по результатам подсчетов составляет 31 тысяча кубометров. После реконструкции водовода Уанацхинвал производительность водозабора будет составлять 15 тысяч кубометров в сутки. Основная задача строителей путем дренажной системы – увеличить приток воды в бассейны селения Уанат. Оттуда она уже будет поступать в резервуары, которые построены в селении Приз. Ванатей призма трубата байфта. Шутка макаме тембелкана фантешни кубуто. Касе фак зан горета. Строительные работы планируют завершить к концу года. Будут установлены фильтры для очистки воды, благоустроят территорию водозабора. И уже в ближайшее время столица республики будет обеспечиваться питьевой водой в необходимом количестве. Анжела Кокоева, Аида Кочева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.